Наш Бог жив. Аллилуйя. Давайте поприветствуем друг друга такими словами. Наш Бог может все. И, Господь положил мне на сердце прочитать следующее местописание. Давайте откроем Второзаконие, 32 главу, 39 стих. «Видите ныне, что это я. Я нет иного Бога, кроме меня. Умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Дорогая церковь, сегодня именно тот день, когда наши сердца, наше служение, наша работа, они могут быть исцелены, но при условии, что мы ставим Бога на первое место. И давайте сегодня прославим Ему, воздадим Ему хвалу
И поблагодарим, что по великой милости мы сегодня можем стоять на этом месте и прославлять нашего Царя. Дорогой Господь, для Тебя нет ничего невозможного. Ты исцеляешь, Ты поднимаешь, Ты оживляешь. Твоя милость, она велика к Твоему народу. И мы благодарим за это время, когда мы можем прославить Тебя, когда мы понимаем, что нет ничего невозможного для Тебя. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, хвала Тебе. Благодарим. Аминь. И душою прославим нашего Бога. Night.
всем присаживаться. И я приглашаю на эту сцену Таню Бессмертную, она прочитает нам балладу. Смысл жизни. Однажды, сидя на скамейке с друзьями прямо во дворе, мы обсуждали одну тему о смысле жизни на земле. Один мой друг сказал все прямо: «Друзья, скажу вам, не то я, не знаю я, в чем смысл жизни и в чем всей роли жизнь моя». Все посмотрели удивленно, но каждый, как и он, не знал, зачем родился в этом мире он и для чего таким он стал. Вопрос поистине был сложным, пока к нам не подсел... Вопрос поистине был сложным, и все не знали, в чем ответ. Пока к нам не подсел мужчина, не старый был он, средних лет. Мы посмотрели удивленно, а он промолвил: «Что ж, друзья, гляжу, не знаете, в чем смысл, а вам отвечу, знаю я. Я знаю, в чем сей смысл жизни и для чего мы рождены, зачем страдаем в этом мире, все с нетерпением ждали мы». Он продолжал: «Когда не думал, когда не встретил Бога я, не знал я, как и вы, в чем смысл всей жизни, смысл бытия. Теперь же знаю смысл этот. Мы рождены здесь для того, чтобы быть нам всем творением Его, венцом творением Его. Хотел себе создать подобных, чтобы мы смогли счастливо жить, и как Его, Отца творения, Ему лишь одному служить. И смысл в том, что мы, живя здесь, надеемся, придет тот день, когда исчезнет горе, слезы, не спадет печали тень. Мы здесь живем для лучшей жизни, ведь знаем, что придет она. Недолго нам жить в этом мире, недолго ждать уже конца. Лишь тот, кто верит, знает точно, зачем и для чего живет. А кто не верит и не знает, не зная, так один умрет. Подумайте, друзья, прошу вас, и осознайте до конца. Ведь смысл жизни — это вера. Без веры наша жизнь пуста. И он ушел, а мы остались. И долго наблюдали вслед. Действительно, есть Бог на свете, а мы не знали столько лет. И вот сидим мы на скамейке с друзьями прямо во дворе и обсуждаем с ним тему о вере, жизни и судьбе. Спасибо, Таня. Ще раз всіх-всіх вітаю. Як ви догадались, що служить вам підлітковий район, служать підлітки, лідери підліткового служіння. Ми повернулись з табору, як ви вже догадалися, ще в неділю. Догадалися, повернулись ми в суботу. Хочу сказати, можливо, ще деякі речі, що досить багато було переживань в таборі, хороших переживань, але і різних переживань. Знаєте, спочатку багато дітей, ну, більше 40 дітей вперше попали взагалі в табір, в християнський табір. Багато було невіруючих дітей. І... Знаєте, кожен по-різному восприймав, і представте собі, коли невіруючий підліток, він, вона попадає в отряд, по-перше, всі чужі люди, а по-друге, всі там то моляться, то ще щось, і знаєте, от, ну, шок, просто буває шок. А інколи ж батьки робили сюрприз своїм дітям, бо вони не знають, що з ними робити, вони купували їм путівку просто в табір. Вони їхали з одніми думками, що вони там і те будуть робити, і то, і оторвуться так, і сяк. А тут приїхали, знаєте, і шок. Бо думали одне, а вийшло зовсім інше. То нельзя, сьо нельзя. Але, я скажу, діти просипались пів дев'ятого ранку. Без 15:09 у них була зарядка. Зарядка – це нестандартне. Я, неважно, як я вставав, і хто мене стягував, але... Я з радістю приходив на зарядку, але після зарядки я готовий вже не то, щоб пішки в Київ іти, я міг бігти куди угодно. Знаєте, от, ну, такий настрій був. Діти аплодували, значить, і просили ще. От така в нас була зарядка. У нас було досить багато чого різного, дуже багато емоцій, переживань. Але саме головне, за такий короткий час життя людей настільки кардинально змінювалося, що... Мабуть, ну, не було жодної, мабуть, долі, яка б не змінилася. Це було настільки контрастно, видно, і самі діти наскільки переживали. Були такі служіння, коли, знаєте, от просто весь зал ридає, от в прямому смислі слова. Тобто немає людини, в кого сухі очі. Це просто от наскільки Бог касався сильно,
Ті, хто ніколи не переживали дотика Бога, вони всі переживали. Я вибрав одну записку. Знаєте, дуже багато вони пісень написали всім і вся. Але в нас такий був листочок в їхніх блокнотиках. Ми спеціальні блокнотики їм надрукували, і там був такий отривний листочок для директора табору, тобто для мене. І там були три питання. Що понравилось в лагері, предложення по лагерю, і я хочу сказати директору лагеря. Знаєте, я вибрав записку, яка написала невіруюча дитина, підліток, яка вперше взагалі поїхала в табір, бо це саме таке цікавіше, знаєте. Хоча тут що, предложення по лагерю, тут і Діснейленд, і аквапарк построїть, і там для таких самокатів такі горки, щоб этого, ну, щоб у нас травмопункт відкрився вже, знаєте, серйозний, і рядом лікарню ще построїть. Значить, і от я хочу зачитати. Представте собі, дитина була, наскільки я розумію, хто це, бо тут тільки ім'я. Я спілкувався, я з усіма, хто вперше окрему зустріч робив, з кожним знайомився. Я розумію, що ця дитина була декілька разів в різних таборах нехристиянських, і вперше в християнський табір. І батьки, всі невіруючі от в родині, вона взагалі до цього не чула, що таке Ісус Христос, церква і так далі. Що понравилось в лагері? Все. Три знака оклика. От качелей до міста проживання. Я ще ні разу не була в такому прекрасному лагері. Предложение по лагерю. Не могу ничего дополнить, потому что все здесь сделано с любовью к людям. Разве что я бы хотела здесь быть дольше, запятая, гораздо дольше. Знак восклицания. Хочу сказать директору, дорогой пастор Юра, словами не могу описать все те чувства, которые переполняли меня за все это время. Я благодарна пастырям, наставникам, координаторам, ведь они помогли мне познать и почувствовать Бога. Я должна признаться, лагерь «Фавор» кардинально изменил мою жизнь за такой короткий промежуток времени. Благодарю вас за проповеди, за вашу доброту, откровенность. Мне было приятно провести время здесь, узнавая множество новых вещей каждый день. Приеду еще. Спасибо. Така-то, така-то. От таких записок в мене, ну, така приблизно пачка. Я просто вибрав одну із, де я точно знаю, що це дитина, яка вперше. Крім того, в нас дуже багато було різних мероприємств, і ми ще привезли один ролик, який сняли підлітки. Ролик на тему притча про прощення. Пам'ятаєте, коли один простив много, а той, кому много прощено, мало не простив. Так от, ви можете зараз побачити це глазами підлітків, як взагалі відбувається. Тому, будь ласка, я прошу запустити цей ролик.
Я прошу левітів піднятися на сцену, всіх левітів, і я прошу всіх піднятися на ноги, у нас зараз буде час поклоніння. Ну, такий от погляд підлітків на цю ситуацію, скажімо так, як треба прощати, знаєте, бо там таланти прощали, а тут, ну, тапки позичив, там шишки должен, ще щось, ну, різні речі, і в кожного свої масштаби. Але я знаю, що так Біблія говорить, що так, як ми поступаємо, так і Отець Небесний поступає, має поступити з нами. Тому, знаєте, коли ми зустрічаємося з Богом, якщо можна, можна клавіші вже грати, коли ми зустрічаємося з Богом, знаєте, і Дух Святий торкається нашого серця, ми завжди можемо, знаєте, як рентген відчути, що в нас там не гаразд, що, де в нас проблема є, можливо, щось, знаєте, обіда якась закралась на когось, ще щось. Дуже важливо перед Богом мати чисте серце. Пам'ятаєте молитву «Отче наш» і прости нам так, як ми прощаємо і так далі. Я знаю одне, що Бог полюбив ще до того, коли ми народились. Він нас полюбив. Він призначив Сина Свого на розп'яття ще до создання світу. Він це все знав. Він знав, що в нас є такі проблеми і можуть бути такі проблеми. Але ми можемо вдягнутися в Його праведність, коли ми приходимо в Його присутність, і Бог наповняє нас, ми можемо сказати, що це не наша праведність. Ми маємо праведність Ісуса Христа. Великий Бог.
очищай наши сердца. Господи, Ты знаешь нашу душу, Ты знаешь, что мы думаем. Господи, мы приняем именем Иисуса Христа все мысли послушания Тобі. Господи, нехай Твои мысли будут нашими мыслями. Господи, нехай Твоя воля будет нашою волею. Благословляючи, благослови кожного, хто є в цьому залі. Я прошу Тебе наповни Духом Твоїм Святим. Господь, хто прийшов з нуждою, Господь, я знаю, Ти знаєш цю нужду. Ти знаєш нужду, так Слово Твоє каже, прежде моління, прежде того, як хтось заявив нужду, Ти знаєш ці нужди. Я прошу Тебе, так як Слово Твоє каже, що Ти взяв брімена, Господи, візьми ці нужди, які в серцях є, на свій хрест. Господи, понеси ці нужди. Господи, дай кожному з нас своє брем'я, яке легке і благе. Господи, я прошу Тебе, нехай в кожне серце прийде мир. Нехай прийде Твоя благодать, воля Твоя, благословіння Твоє. Господи, наповняй нас Духом Святим. Очищай. Нехай ім'я Твоє сьогодні буде прославлене, возвеличене. Я прошу Тебе, Отче небо землі, благослови, Господь, всі ці нужди, які є, Господь, цій корзинці. Я прошу Тебе, дай відповідь на кожне прошення, на кожну ситуацію, нехай прийде воля Твоя. На кожну трагедію прийде Твій мир, Твоя благодать. Я знаю, що Слово Твоє каже, що віруючому все содійствує ко благу. Господи, не замедли, дай відповідь, Господь, вовремя. Господи, нехай ангели Твої будуть рядом і оберігають вдень і вночі від всякої ситуації. Благословляючи, благослови. Благослови, Господи, розріши всяку нужду, всяке прошення. І прийми, Господь, ті подяки, які тут сказані, Господь. Ми приносимо їх перед Твоє святе лице. Благословляючи, благослови всі сім'ї, всі родини, Господь. Болящого ісціли. Господь, нуждаючому допоможи. Господи, понеси всі ці нужди, Господь, бо тому що Ти Бог святий, Ти сильний Бог, Ти любиш кожного, Ти любиш тих, хто написав ці нужди, Ти любиш тих, хто моляться, Ти любиш тих, хто є в цьому залі. Господи, наповняй наші серця, наповняй, Господь, наші душі Духом Твоїм Святим. Я прошу Тебе, прийди на це місце, направляй все наше життя. Нехай кожен відчує в цьому залі Тебе. Господи, пройдись між рядами. Коснись кожного. В цьому залі є людина, яка давним-давно не переживала присутність Божу. Дух Святий, коснись зараз. Нехай він відчує від темені голови до подошви ног, як ти любиш його, як ти наповняєш його. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса. Я знаю, є в цьому залі людина, яка прийшла на служіння, а вдома велика трагедія, проблема. Господи, розріши ту проблему там, яка є вдома. Дай мир в серце цій людині во ім'я Ісуса. Покажи твій вихід. Я прошу тебе. Розріши цю ситуацію во ім'я Ісуса Христа. Бог мій, цар мій, благословляючи, благослови. Тільки в Тобі, Господь, ми можемо знайти надію. Тільки в Тобі ми можемо знайти вихід. Тільки в Тобі ми можемо знайти спокій, мир, благодать і благословіння. Господи, Тобі вся слава і Тобі вся хвала. Святому Отцю, Сину і Духу Святому. І ми всі скажемо амінь. Давайте ми прославимо нашого Бога. Я запрошую пастора Юрія до слова. Слава Богу! Давайте ще більшу славу для Господа Ісуса Христа воздадим. Спасибо нашим левітам. Слава Богу за наше подросткове служення. Браті і сестри, ми можемо присаджуватися. То время, которое осталось у нас, мы будем молиться, у нас продолжается наш молитвенный марафон
за ситуацию в нашей стране. И перед тем, как мы будем молиться, хотел бы прочитать один стих из Слова Божьего. Книга Деяний, 12 глава, 5 стих, написаны такие слова. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Мы знаем эту историю, когда, по-моему, Ирод, да, поднял руку на христиан, он поднял руку на верующих и посадил Петра в темницу. И что в это время делала церковь? Библия говорит, что между тем, как Петр попал в темницу и как ангел Божий, мы читаем уже дальше, вывел его из темницы, церковь прилежно молилась о нем Богу. Знаете, молитва церкви, она имеет огромную силу. Иисус Христос сказал, если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им, чего не попросят. Поэтому мы собрались здесь с вами сегодня, чтобы прилежно молиться Богу о ситуации в Украине. И мы верим искренним сердцем. Слово Божье говорит, многое может усиленная молитва праведного. Аминь, братья и сестры. Бог ответит на нашу молитву, и Бог откроет всякие темницы и благословит нашу страну. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы будем молиться, мы будем ходатайствовать за ситуацию в нашей стране. И первое, с чего мы начнем, мы призовем кровь Иисуса Христа. Слово Божье говорит, что через кровь Иисуса, путем новым и живым, мы входим в Божье присутствие. Давайте мы посредством крови, призовем кровь Иисуса Христа на все это собрание, на каждого из нас, на все те служения, которые проходят сегодня по всей территории Украины. Сегодня вся Украина, многие церкви, многие конфессии сегодня в молитве и взывании к Богу о том, что Бог вмешался в ситуацию на Украине. Давайте мы попросим, чтобы кровь Иисуса Христа покрыла нас, и чтобы Бог Духом Святым дальше направлял все это молитвенное собрание. Господь Иисус, мы молимся и благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за каждую каплю крови Твоей. Мы благодарим Тебя за то, что Твоей кровью мы искуплены и омыты. Мы молимся и просим Тебя, Господь, покрой нас сегодня кровью Твоей. Пускай кровь Твоя святая сегодня, Господь, очистит наши сердца, очистит наш разум, Господь, очистит наши души от всякой неправды, Господь. Кровь Иисуса, мы просим Тебя, покрой все это место и направь сегодня нас, наши сердца, наш взор к Тебе, наш Господь Иисус. Пускай кровью Твоей святой будет покрыто каждое собрание. Дух Святой, направь сегодня каждую молитву, направь наши сердца сегодня взывать нашему Богу Отцу и прилежно молиться о ситуации, которая есть в нашей стране. Мы призываем кровь Иисуса и просим Тебя, кровь святая, кровь нашего Господа Иисуса Христа, покрой каждого из нас. Пускай Твой мир, Господь, наполнит это место и каждое сердце. Дух Святой, направляй этой молитвой. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждую каплю крови Иисуса. Мы приходим пред престол милости и благодати, Господь. Престол любви и доброты, Господь. И мы знаем, Господь, Ты услышишь нас. Ты ответишь нам. Ты благословишь нас. Спасибо Тебе за жертву Иисуса и за кровь Иисуса. За то, что путем новым и живым мы можем войти в Твое присутствие. Мы верим, Господь, что сейчас мы в Твоем присутствии, пред Твоим престолом, и имя Твое будет прославлено, и Твои ответы придут на нашу землю, на Твои церкви, во имя Иисуса Христа. Аминь. Следующее, о чем мы будем молиться. Мы будем каяться за грехи нашего народа. Слово Божье говорит, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и взыщет лица моего. Тогда Бог простит, очистит и исцелит землю. Знаете, кто может покаяться за грехи народа? Церковь. Народ мой, Бог говорит. Давайте мы всем сердцем сегодня будем каяться перед Богом. Я прошу пастырей по местным церквей, пастырей районов, у кого есть на сердце, провести эту молитву, провести молитву покаяния. Может быть, один человек, может быть, несколько человек, у кого Бог вам ложит на сердце покаяться за грехи народа Украины. Мы будем молиться. Если есть, то пастора районов, пастора поместных церквей, можно проходить. Кого Бог побуждает совершить молитву. Пастор Нина. Великий чудний Господь, ми предстали перед величем слави Твоєї. Великий Бог, і сильний, і славний Господь, Ти чудний Бог. Ти великий Бог, Ти милостивий Господь. Ми в смиренні свого серця, всього свого єства, Господи, ми смиряємося і просимо Тебе, прости народ України,
Прости, Господь, за кожну пролиту каплю крові, за кожне вбивство, за кожне, Господь, за кожну хулу, за кожне, Господь, погане слово, за кожне прокльоне, за, Господь, обман. Боже праведний, прости народ України. Господи, ми просимо Тебе, прости за всяку корупцію, за те, що, Господь, обманювали від чиновника до самого малого, самого простої людини. Господь, ішов великий гріх. Боже праведний, прости всякий обман, прости, Господь. Прости, Господь, всіх, хто обіжав один одного, за всяке приниження, за всяке возвишення над іншим. Прости, Господи, Боже нас. Ми просимо Тебе, хай прийде Твоя милість. Боже, я молюся, щоб Ти простив кожну церкву і кожного члена церкви. Господи, прости за всяку сварку, прости за всяке приниження, прости за всяке возвишення, хто возвишався вище іншого, Господь Ісус, за обман, за крик, за гнів, за ярость, Господь Ісус, за всякий блуд, за всяку нечистоту, прости церкву, Господь, народ церкви, очисти церкву, ми просимо Тебе, Господи, тому що Ти сказав, що церква – це стовп і підтвердження істини, Господи, якщо церква не чиста, то що може бути чисте? Чисте, великий Бог, очисти народ Твій. Ми каємося, прости нас, Господь. Прости, що ми поміняли служіння на суєту. Господи, прости, Боже наш. Ісус, Господь, ми поміняли служіння на мамону. Прости, Господи, великий чудний Бог. Ми призиваємо Твою милість. Не наказуй нас за наші гріхи. А помилуй народ Твій, помилуй церкву Твою, помилуй народ церкви Твоєї, помилуй Україну, помилуй народ України, Господи, і прости за всяку пролиту кров на Україні. Боже праведний, за всяку наркоманію, за всяке п'янство, за аборти, за всяке-всяке убійство, за хулу на Духа Святого. Прости, Господи, ми каємося і смиряємося перед величою слави Твоєї, тому що ми є ніхто і ніщо. Господи, ми являємося пилинка, Господь Ісус, на Твоїх весах. Але я знаю, Ти прощаєш тих, хто кається перед Тобою, хто просить прощення. Господь, ми молимося і просимо, будь милостивий і прости, і помилуй народ Твій. Амінь. Следующая наша молитва, которой мы помолимся за мир и милость Божью над Украиной. Знаете, чтобы не было войны, чтобы не было братоубийства. И знаете, как начались, как Бог дал откровение для епископов о том, чтобы сделать эти молитвы за мир в Украине. Мы знаем о том, что в Украине президент, да, и та другая сторона огласили, ну, перемирие. И вчера был, ну, стол переговоров. На какое-то время достигнуто, ну, решение о прекращении огня. Давайте будем молиться о том, чтобы Бог полностью покрыл миром и милостью нашу страну. Чтобы не было войны, не гибли люди, не проливалась кровь. Будем ходатайствовать за это. Слово Божье говорит, просите мира для Иерусалима. Мы просим мира для нашей страны, для Украины. Кто из пастырей есть желание помолиться за эту нужду? И Дух Божий побуждает вас. Артем. Аллилуйя, Господь, мы приходим к Тебе, Отец наш, и мы просим Тебя сегодня, Господь, Твои дети, Твоя церковь, Господь, мы просим о Твоем божественном мире, Господь, чтобы он пришел на Украину, чтобы он пришел на всю землю, Господь. Мы просим, благослови, Господь. Мы просим, чтобы Твой мир, Господь, который превыше всякого ума, Господь, который может соблюсти помышления, Господь, любого человека, Господь. Всякие злые помышления, они могут быть лишь соблюдены, Господи, Твоим божественным миром, Господь, Твоим присутствием святым. И мы просим Тебя, Господи, приди, Господь, сегодня в каждую семью. Приди, Господь,
Господь, сегодня в каждый дом, Господь, своим миром. Приди, Боже Святой, приди, Господь, как от малого, так до великого, Господь, как от ребенка, Господь, до самого, Господь, высокого чина, Господи, своим божественным миром в сердце, Господь, царя и простого жителя, Боже Святой. Пусть, Господь, Твой мир, он царит на каждой улице, на всей территории Украины, Господь. Пусть будет Твоя благодать и Твой мир божественный во имя Иисуса Христа. Господи, сейчас то время, когда, Господь, прекратили какие-то войны, и мы просим Тебя, чтобы сейчас Твой мир, Господь, он почил на обеих сторонах, Господи, чтобы прекратилось это кровопролитие, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы, Господь, не шел человек на человека с враждою, Господи, но каждый посмотрел друг на друга с Твоим миром, Господь, через Твой мир, Господь. Мы просим, благослови. Мы просим Тебя сегодня о Твоем мире, о Твоем милосердии, Господь. Мы просим о Твоей милости, Господь, чтобы она излилась, Господь, с небес, чтобы она пролилась на всю Украину, Господь. Мы верим, что Ты дашь этот мир, мы верим, что Ты даешь этот мир, Господь. И дай каждому человеку сегодня принять этот мир. Дай, Господь, чтобы никто не остался равнодушным, Господь, к тому миру, который Ты сегодня посылаешь в сердца каждого человека, Господь. Благослови своим миром. Благослови во имя Сына Твоего Иисуса Христа, через которого мы имеем мир с Тобою, Господь. И пусть каждый человек сегодня, живущий на Украине, он примет Твой мир святой во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы сейчас продлим еще немножко молитву за мир в Украине, но я хочу немножко вставить такое размышление. Знаете, мы здесь, я и все, мы практически все здесь знаем о той страшной ситуации, которая там происходит из новостей. Мы имеем благословение, что мы живем здесь, в мирной части нашей страны. Но у нас в зале есть люди, которые реально были вынуждены бросить этот регион из-за того, что происходит страшное кровопролитие. Знаете, мои друзья мне говорили, когда у нас поют по утрам птицы, у них по утрам поют пули. Ты идешь на работу, вот за тебя взрывается снаряд. Это очень страшные вещи. И я прошу, давайте просто наша молитва будет ревностная. Просто походатайствуем за тех людей, которые сейчас там. Может, кто-то не смог уехать. Может, кто-то не хочет уезжать из своего дома. Но наша беда, она не должна быть, ну, вернее, та беда не должна быть чужой для нас. Пусть эта молитва, она просто объединит нас за тех людей, кто сейчас или здесь в зале, или вынужден был, или там стоит. Давайте помолимся ревностно, братья. Аллилуйя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Бог мой, я молю Тебя, Боже мой, коснись сердец всех, кто сейчас в горячих точках, по обеим сторонам баррикад. Коснись каждого солдата, коснись каждого офицера, каждого генерала, Бог мой, от кого зависит решение. Боже мой, дай мудрости не нарушать перемирие. Пусть то, что было решено, принято решение на высших уровнях, оно сохранится. Господь, я прошу Тебя, успокой всех провокаторов. Пусть, Господь, может быть, в этот момент кто-то видит в оптический прицел своего врага и палец на курке. Я молю Тебя, не допусти этого выстрела. Сохрани жизни, Боже милосердный. Коснись всех на уровнях президентов, высших эшелонов власти, от кого зависит мир в наших странах, Боже. Мы знаем, что это все под Твоим контролем, Бог мой. Ты, может быть, что-то хочешь нам показать. Наша церковь, как и многие другие, возможно, охладели в ревности о наших землях, о мире, о благодати, в служении. Но мы просим Тебя, разожги наши сердца, объедини нас в ревности, в молитве, в ходатайстве, чтобы мы опять обратились к Тебе, Господь, чтобы люди не проклинали, а благословляли правительство, чтобы жить нам в мире, чтобы жить нам в благодати, Боже мой. Поставь своих ангелов между войсками, чтобы они не допускали кровопролития. Я прошу Тебя, сохрани нашу страну, сохрани мир, сохрани жизни. Ведь это так страшно, когда человек, когда ребенок уходит из дому, а возвращается в гробу. Бог мой, я прошу Тебя, сохрани. Может быть, кто-то уже потерял кого-то. Пусть Твой Дух Святой утешит эти сердца. Пусть эта беда прекратится, чтобы смерти не входили в дома, Господь. Я прошу Тебя, пролей благодать, открой свои небеса, и пусть милость Твоя потоком с небес изольется на наши земли. Мы благословляем нашу Украину, мы благословляем соседние страны, Бог мой. Пусть имя Твое будет прославлено, Боже мой, и не допусти разделения народов, как географически, как политически, так и духовно, Господь, чтобы в церквях не было разделений, чтобы брат видел брата, чтобы мы не видели в церквях врагов своих, Боже мой, независимо от мнений, Боже, я прошу Тебя, объедини нас силою крови Своей святой, объедини нас Духом Святым, и пусть милость Твоя проливается на всю нашу землю во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, Слово Божие, что милость Божья, она превозносится над судом. Мы верим в
Божью милость для нашей страны. Следующая наша молитва, мы будем молиться за благословение властей. Слово Божие говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, благодарения за всех человеков. Дальше написано за царей и начальствующих. Давайте будем молиться за власти нашей страны, за власти всех соседних стран, которые окружают Украину, за власти тех стран, от которых зависит решение этой ситуации. Слово Божие говорит, что сердце царя в руке Господа, что Бог направил, чтобы были приняты правильные решения, и наша страна вышла из этой ситуации. Поэтому молитва, благословение властей, у кого есть желание, служителей по ходатайству за эту нужду. Господь Бог мой, Ты даешь милость, Ты даешь мудрость в сердца людей, Ты даешь мудрость царям по молитвам Твоих детей. Господи, мы сегодня просим Тебя, мы просим Тебя за нашего президента. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты дал ему особые мудрости в принятии любого решения. Господи, оно может стать судьбоносным решением для всей страны. Я молю Тебя, Господь, пусть сойдет особенная мудрость свыше от Тебя. Господи, чтобы он даже не понимал, откуда оно приходит в его жизнь, в его голову. Господь, пусть придет в его сердце, в его мысли мудрость от Тебя. Чтобы его слова, его поступки, Господи, они были угодны и благословением для нашей земли. Я прошу Тебя, Господь, благослови его семью, чтобы она была поддержкой для него. Я молю Тебя, Господи, благослови его, когда он будет вести переговоры, Господи, на высоком уровне, со своими подчиненными. Я молю Тебя, благослови его. Господи, веди его, я прошу Тебя, Господи, и выведи, Господи, нашу страну из кризиса через наши власти, Господи. Я прошу Тебя, пожалуйста, благослови, мой Бог, наш Верховный Совет. Я молю Тебя, Господь, дай им единство. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты защитил от всяких неправильных законов. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты защитил от всяких неправильных обсуждений. Я прошу Тебя, Господь, чтобы пришло единство. Господи, защити от всяких конфликтов и скандалов. Я молю Тебя, Господь, объедини в решении одной проблемы. Господи, чтобы в нашу землю пришел мир. Я молю Тебя, Господи, пусть они засыпаются этими мыслями и просыпаются с этими мыслями. Господи, чтобы это было в сердце переживание. Я прошу Тебя, Господь, дай им беспокойство за каждого человека, за каждого жителя Украины. Дай им, Господи, эту ревность. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы они беспокоились и заботились о тех людях, которые доверили им эту власть. Я молю Тебя, Господи, благослови кабинет министров, благослови все их решения. Я молю Тебя, Господи, пусть придет Твоя благодать. Я молю Тебя, Господи, пусть не будет там принято неправильных решений, пусть не будет неправильных переговоров. Я молю Тебя, Господь, благослови все власти наших соседних территорий. Молю Тебя, Господи, благослови всех советующихся по поводу Украины. Я молю Тебя, Господи, пусть каждый разговор он будет под защитой Твоей. Пусть каждый разговор, Господи, пусть никакие замыслы сатаны не состоятся во имя Иисуса Христа над нашей землей. Господи, пусть Твоя благодать будет здесь, пусть милость Твоя будет здесь. Пусть, Господи, явится спасение Твое. Я молю Тебя, Господи, пожалуйста, благослови наши власти. Мы молим Тебя, мы ходатайствуем Тебя, мы вымаливаем у Тебя, мы просим Тебя, Господи, пожалуйста, помилуй нас. И мы благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Слово Божие говорит, что мы призваны благословлять, не проклинать, а благословлять. К этому призвал нас Бог. И следующая молитва, мы будем молиться и провозглашать благословение над Украиной. Знаете, написано, что Бог, Он есть тот, кто называет несуществующее, как существующее. И сегодня мы будем благословлять нашу страну, мы будем провозглашать мир в Украине. Будем провозглашать о том, что приходит пробуждение в нашу страну, о том, что церкви наполняются новыми людьми, что люди каются, спасаются и идут за Богом, обращаются к Богу. Давайте будем провозглашать стабильность экономическую в Украине. Давайте будем провозглашать веру о том, что в Украине самое будет лучшее образование. Аминь. Знаете, чтобы люди не ездили куда-то там в Европу или куда-то в Англию, в Америке. В Украине будут получать прекрасное образование. Наши школы будут благословенные. Там будут прекрасно учить наших детей. Давайте будем провозглашать, что будут новые рабочие места. Потому что будет социальная защищенность на Украине. Мы верим в Божье благословение над Украиной. И мы верой будем провозглашать нашу страну благословенной. Будем называть несуществующее, как существующее. Написано, вначале было слово, и сказал Бог, и стало так. Мы будем провозглашать
Слово Божье и благословение Божье над нашей страной. Кто из служителей хочет помолиться и совершить молитву благословения нашей страны? Страира. Всемогущий Бог, здесь собрались дети Твои, Боже наш, собрались по Слову Твоему, и мы провозглашаем, Господь, что Ты посреди нас, Боже. И ухо Твое не отяжелело, и рука Твоя не сократилась для того, чтобы благословлять Твой народ. Боже, мы Твой народ. Бог мой, Украина, украинский народ, это Твой народ, благословенный народ, Господь наш. Бог мой, мы сейчас к Тебе обращаемся. Папочка наш, пожалуйста, презри на свой народ. Господи, мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы уже благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наш Бог. Ты есть Бог Украины. Ты есть Бог украинского народа. Ты есть Бог всякого человека, который живет на Украине, Бог мой. И мы сейчас взываем к Тебе, Господи. Господи, наши сердца готовы, Боже. Всецело готовы сейчас, Господь, принимать от Тебя, Бог мой, все, что Ты скажешь, Господь. Бог мой, благослови свой народ. Благослови свою страну, Господь. Бог мой, благослови от малого до великого, Боже. Благослови от новорожденного, Господь, до старца. Бог мой, во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Господь, Твое благословение, Боже. Ты щедрый, милующий, всемогущий Бог. Боже праведный, да прольются Твои благословения во все сферы нашей жизни, Боже праведный. Господи, Ты благословляешь наше правительство, Бог. Мы провозглашаем это, Господи. Ты благословляешь наше медицинское обслуживание, Боже. Ты благословляешь, Господь, каждого человека, который ответственен за обучение, Боже. Бог мой, мы благодарим Тебя, Господь, что от высших эшелонов, Господь, до наших школ и детских садов, Господь, всех воспитателей, учителей, Боже праведный, всех, Господь, Ты благословляешь, Бог. Ты касаешься их сердец, Боже, благослови. Святой Бог мой, касайся сердец людей. Ты знаешь помышления, Ты знаешь сердца, Господь. Ты сердцеведешь, Бог, и для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Это то время, время прекрасное, благоприятное, когда Твой народ, он открыт пред Тобою, Господь. Благослови, Боже, благослови каждого человека, каждого, до одного, Господь, который живет на нашей Украине, Боже, да не будет разделения, Господи. Боже, пусть почиет Твоя любовь, Господь, пусть придет Твоя милость, Бог мой, пусть откроются глаза соседа на соседа, Бог, пусть придет это понимание, взаимопонимание, Господь, всеобъемлющая любовь, потому что Ты есть источник любви, Бог мой. Благослови прежде всего свой народ, Господь, чтобы мы сеяли этот мир, чтобы мы несли эту любовь, Господь, чтобы мы несли это милосердие, Господи, этот мир, Боже, для наших прекрасных людей, с которыми мы общаемся. Святой Господь, мы имеем этот источник благословения, это Ты, Боже, и мы благодарим, что этот источник никогда не иссякнет, Бог мой, и мы провозглашаем, что Украина, она благословлена Тобою, Господь. Боже, мы называем это, Господь, потому что это да и аминь, Господь. И мы это видим, Бог мой. Боже святой, мы увидим прекрасные чудеса, которые творит Твоя рука, Боже праведный. Мы увидим этот свет, Твой свет, который прольется на всю Украину, Господь. Бог мой, не останется ни одного села, ни одной деревушки, где не будет провозглашено Твое имя, Боже, где не будут жить Твои дети. Бог мой, это время благоприятное. Укрепи нас в этом и благослови. А мы благодарим Тебя, нашего всемогущего Бога, которому мы имеем честь и право приходить каждый день. Спасибо Тебе, наш святой Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, когда мы молились, я вспомнил о двух Кореях. Южная Корея и Северная Корея, да? В Северной Корее, знаете, жизнь очень тяжелая. И в Южной Корее тоже такая жизнь была. Я читал не одну книжку о пробуждении в Корее. И знаете, в 50-х годах там были очень серьезные проблемы. Но Бог начал поднимать верующих, Бог начал поднимать церкви. И они молились за пробуждение, за благословение. И на сегодняшний день Южная Корея является серьезной процветающей страной. Братья и сестры, Бог слышит наши молитвы. Бог обязательно благословит Украину. Давайте мы прославим имя нашего Господа. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! И наша завершающая молитва. Библия говорит, за все благодарите. Мы поблагодарим Бога.
Знаете, когда мы благодарим Бога, происходят две вещи. В первую очередь, когда мы говорим Богу спасибо, Богу приятно о том, что мы на Него уповаем. Богу приятно, что мы знаем, замечаем, от кого приходит благословение. Знаете, когда мы кому-то сделали что-то хорошее и нас поблагодарили, нам хочется еще что-то делать хорошее. Аминь. Когда не благодарят, не очень хочется. А когда благодарят, так сердце располагается. И знаете, второе, когда мы благодарим, мы утверждаем нашу веру. Мы как бы ставим печать, что это совершится, что это будет. Бог нас благодарит. У кого есть желание еще из пасторов совершить, сказать просто Богу спасибо за то, что Он слышит нас, за то, что Он направляет нас, за то, что Он благословляет нас, пастор Юра. Бог наш и Цар наш, мы вдячні Тобі, як діти Твої, як церква Твоя. Я знаю, що вся церква сьогодні в молитві. І ця молитва не тільки з проханням. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наше майбутнє, за те, що буде завтра. Тому що тільки в Тобі є майбутнє. Ми володіємо сьогоднішнім днем, тим часом, який є зараз. Але Ти Бог завтра. Ти Бог сьогодні і Бог вчора. Господи, благослови наше завтра. Благослови наше майбутнє. І ми хочемо благословити ім'я Твоє, Господь. Тому що тільки в Тобі успокоїться наше серце. Тільки в Тобі є майбутнє за нашу країну. Господи, спасибо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти відповідаєш на наші нужди, за наші молитви. Я знаю, Господь, що в Тебе є план, готовий план по спасінню нашої країни. Господь, і чаша молитви наповнюється, Господь, кожного дня молитвами церков. Господи, не замедлі. Я знаю, що Ти любящий Бог. Господь, ми благословляємо Тебе. Ще раз благословляємо ім'я Твоє. Благословляємо Ісуса Христа. Благословляємо Духа Святого. І ми вдячні Тобі, Господь. Вдячні за всі відповіді, за те, що Ти завжди рядом, за те, що Твоя воля, Господь, є. Яка є, але це Твоя воля. Господь, благословляючи, благослови. І ми ім'я Твоє благословляємо сьогодні. І ми радуємося в Тобі, знаходимо спокій в Тобі. І тільки в Тобі, Господь, ми маємо один одного, як брат брата. Господь, ми маємо друзів, Господь. І коли ми навіть приїжджаємо з інших країн, з інших міст країни нашої, Господи, ми приймаємо як своїх рідних. Незалежно від того, що вони біженці, але це наші брати і сестри. І в Тобі ми маємо цю любов один до одного. Завдяки Тебе, завдяки Ісуса Христа. Ім'я Твоє да буде прославлене і возвеличене во всі дні. Господь, да буде ім'я Твоє прославлене і возвеличене на території всієї України і навіть в Криму. Господи, ім'я Твоє да буде благословенне і прославлене на всій території України во ім'я Господа Ісуса Христа. Господь, воцарись над цією країною і нехай прийде Твоє пробудження на всій Україні во ім'я Ісуса. Ісус, Ти вмер і постраждав за Україну на Голгофському хресті. Господь, нехай прийде спасіння. Спасіння для дітей України, для підлітків України, для старшого покоління. Во ім'я Господа Ісуса Христа прослався, прослався, прослався. Вся слава і хвала Тобі, Святому Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Знаете, в конце хотелось бы, заканчивая наше служение, прочитать Слово Божие, которое живо и действенно. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет связаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит
Господь. Браті, сестри, ні одного орудія, ні одно зло, яке дьявол замислив проти церкви, проти нашої країни, ми віримо, що воно не буде успішним. Ми віримо, що воно не состоїться. Бог помилує нас, Бог благословляє нас. І давайте милуючому, доброму, благому і любящому Богу воздадим сьогодні від всього серця велику славу. Алілуя, Господь! Алілуя, Господь! Ми благодарим Тебя, Ісус! Ми прославляємо Твоє святое ім'я! Ми возвеличуємо Тебя, Господь Ісус! Ми знаємо, що милость Твоя, Господь, вона не відступить від нас, і завет мира Твоєго не поколеблеться. Спасибо Тебе! Ми благодарим Тебя, Господь, за те, що Ти був з нами. Ти вел і направляв нас. Спасибо Тебе за все, Господь. Просим Тебя, розпусти нас з миром і благослови, коли ми підемо в наші дома. Будь з нами. Ми нуждаємося в Тебе. Пускай Твоя благодать покроїть наші сім'ї, наші серця, Господь. І пускай во всьому прославиться Твоє святое ім'я. Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. С миром Божьим, братья и сестры, пусть Бог благословит всех нас.